Чуть более 60% составила явка избирателей в Атырауской области. Ожидаемой активности жители нефтяной столицы так и не проявили. Всего в регионе работали 269 избирательных участков. По области зарегистрировано 412 тысяч избирателей. Со мной на связи моя коллега Алия Жамитова. Алия, добрый вечер. Расскажите, завершился ли у вас выборный процесс в регионе и что, собственно, на данную минуту можно отметить? Добрый вечер, Дмитрий. Да, на всех избирательных участках Атырау процесс голосования уже завершился. Скоро члены комиссии приступят к подсчету голосов. В качестве международных наблюдателей в регион прибыли 14 представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На выборах работали почти 1500 отечественных наблюдателей. Все они приложили максимум усилий, чтобы нынешняя политическая кампания была открытой. Грубых нарушений с начала выборного процесса в Атырауской области не зарегистрировано. В обязанности наблюдателей входит наблюдение за ходом выборов и соблюдением законности процесса. Все выявленные нарушения тщательно актируются. Также они следят за вскрытием урн и подсчетом голосов. Что касается общего процесса, то мы отмечаем особую активность наблюдателей. На каждом избирательном участке находятся также доверенные лица кандидатов. Завершилось голосование на нефтяных месторождениях Тенгиз и Кашаган. Всего в Атырауской области вахтовым методом работают свыше 20 тысяч человек. Из них более 18 тысяч трудятся в компании Тенгиз Шевройл и около 3 тысяч на объекте Западной Искине месторождения Кашаган. На Тенгизе свои голоса отдали как местные жители, так и приезжие из других регионов страны. Для них сегодня работали 15 передвижных пунктов для голосования. Завершили свою работу и закрытые избирательные участки. Их развернули до базы 11 учреждений. Закрытые избирательные участки организованы в 9 больницах, одной воинской части и изоляторе временного содержания области. В воинской части голосование началось в 6 утра, на остальных закрытых участках в 7 часов утра. Сейчас голосование на этих участках завершено, идет подсчет голосов. Всего в Атырауской области на депутатские кресла претендуют 442 кандидата. Из них 11 кандидатов в Мажилис, 60 кандидатов в областной маслихат по партийным спискам и 39 по 15 одномандатным избирательным округам. 71 кандидат в Атырауский городской маслихат и 261 в районные. К этому часу это вся информация. Дмитрий.